Приветствуем наших подписчиков и гостей канала «Эзотерика для тебя». Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, у нас с вами 23 февраля, сегодня у нас с вами четверг. И сегодня, друзья, денежный день. В этот день обязательно скажите эти волшебные слова, и вы увидите, как в вашей жизни может много чего произойти. Друзья, обязательно досмотрите это видео, чтобы использовать вот эту важную и ценную для себя информацию. Итак, сегодня, друзья, у нас по лунному календарю 23 февраля, 3-4 лунные сутки, растущая луна в знаке зодиака Овен. Друзья, сегодня луна у нас в знаке зодиака Овен, да, для многих людей сегодня выходной день. Хотим поздравить всех мужчин, пожелать всем им здоровья, им хорошего, наверное, благополучия в их жизни, а также хотим им пожелать, чтобы всегда в их жизни был человек, благодаря которому, знаете, вот как муза, благодаря которому они не просто вот жили, а вот что-то творили, создавали, у них было именно постоянное такое вот желание что-то в этом мире изменить. Ну, давайте вернемся к нашему календарю и посмотрим, что же нас сегодня ожидает. Не обращайте внимания, что сегодня у многих людей будет выходной. Дело в том, что в этот день очень хорошо планировать перемены в своей жизни. При этом в любой сфере, которая вас интересует. Поэтому, если у вас есть желание, подумайте. Вот просто после просмотра этого видео, просто сядьте в спокойной обстановке, сделайте себе чай, капучинка, кофе, пойдите, возможно, где-то в какую-то кафешку любимую, где вы себя чувствуете, знаете, вот комфортно, хорошо, и продумайте, что вы хотите изменить в своей жизни. И как только вы прочувствуете и поймете, что вы хотите изменить, сразу запишите это на листке бумаги. И через пару дней еще раз повторно вернитесь. Хотите менять работу? Подумайте, на какую работу для начала вы хотите изменить. Потому что многие люди очень часто говорят следующее. Мне надоела моя работа, все, увольняюсь, послезавтра устраиваюсь на новую работу. Но, как правило, человек устраивается на такие же свои прямые обязанности, как правило, в той сфере, в которой он и ранее работал. Ничего нового, ничего интересного, соответственно, все грустно, скучно и так далее. Поэтому просто сядьте для себя, подумайте, что вы хотите изменить. То же касается личной жизни. Не устраивает ваш партнер по разным параметрам. Что именно не устраивает, на что вы не можете повлиять и кого бы вы хотели рядом с собой. Это очень важно. Сегодняшний день будет очень благоприятен для людей, которые способны все взвесить и обдумать заранее, чем для людей легкомысленней. Им, скорее всего, в этот день не повезет. Также сегодняшний день подходит для кардинальных изменений, при этом во многих сферах, но не за счет поиска новых возможностей, а за счет улучшения и укрепления уже имеющихся. Поэтому пытайтесь в этот день, то есть бывает очень часто так, что вам не хватает какой-то информации, чтобы двигаться дальше. Благо, сегодня есть интернет, сегодня есть много достоверных источников, с помощью которых вы можете все проанализировать, понять и узнать для себя. Сегодня этот день хорошо подходит для проверки, наверное, своим принципам и взглядам. При этом очень важно, чтобы вы в этот день проявляли активность, уверенность. Если же присутствуют какие-то сомнения, то лучше отложить решение важных вопросов на другой день. Почему? Потому что нерешительность может создать для вас лишние проблемы. И вообще старайтесь вот эту нерешительность, неуверенность, скромность убирать на второй план, а лучше оставлять дома. В жизни нужно, знаете, быть всегда очень активным, чтобы из вас прямо и шел, бился вот этот источник энергии, потому что когда у вас есть свой стержень, у вас есть свое мнение, у вас есть какие-то принципы, которые вы знаете, что благодаря ним вы добились, вы сделали много чего в жизни, идите вперед, никогда не бойтесь, никогда не стесняйтесь говорить правду. Да, говорят, что за правду бьют, но вы знаете, когда вы чисты перед сами, перед собой, это лучше, чем когда вы живете во лжи. Также обращаем ваше внимание, что сегодня лучше не заниматься новыми делами, а старайтесь завершить начатые раньше.
партнеры, руководство, коллеги в этот день к компромиссам не склонны. Поэтому будьте внимательны в обращении со своим имуществом. То, что сегодня теряется, потом уже не найдется никогда. Этот день неблагоприятен для ведения финансовых дел, поэтому все вопросы, которые у вас связаны кардинально с деньгами, лучше решать в другое время. Но вот отдавать долги в этот день, друзья, очень благоприятно. Даже если у вас нет всей суммы, отдайте сегодня хоть какую-то часть, потому что таким образом вы запускаете определенные процессы в своей жизни, а значит, вы сможете намного быстрее и рассчитаться, и закрыть все свои долги. Что же касательно здоровья, то болезни дают о себе знать в этот день, поэтому их нельзя игнорировать, так как последствия могут быть весьма печальны. Следует обратить внимание на баланс употребляемой в этот день пищи. Нельзя голодать в этот день, но нельзя и переедать, поэтому найдите баланс в еде. Ну а наиболее предпочтительный сегодня молоко, творог и мед. Что же касательно стрижки волос, то сегодня очень благоприятный день для стрижки и ухода за волосами. Стрижка в этот день способствует увеличению вашего благосостояния, а прически, сделанные в этот лунный день, буквально притягивают деньги на протяжении всего последующего лунного месяца. Обратите на это, пожалуйста, особое сегодня внимание. Если есть возможность, забегите в парикмахерскую, пусть хотя бы вам минимально обновят вашу прическу, ваши волосы. Также старайтесь в этот день не совершать каких-то нехороших поступков. Если вам тяжело, не взваливайте тяжесть на близких и окружающих, а примите происходящее как данность. Также обращаем ваше внимание, что любой преступный, незаконный замысел будет раскрыт и повлечет за собой соответствующее наказание. Также обращаем ваше внимание, что в этот день у людей может проявляться агрессивность. Это будет особенно у тех людей, которым не хватает лунной еще энергии, и они пытаются за счет других людей подпитаться. Поэтому, если вы видите, что где бы вы ни находились, это, как правило, будут незнакомые люди, которые будут идти с вами на контакт для того, чтобы поругаться, чтобы вас обидеть, чтобы сказать какое-то колкое слово. Поэтому улыбайтесь, разворачивайтесь и идите своей дорогой. Вам этот не негатив точно не нужен. Также, пожалуйста, на что еще стоит обратить внимание? Мы уже сказали, что касательно денежных операций сегодняшний день неблагоприятен. Также сегодня не стоит избегать общения с начальством. Ко всеми силами избегайте общения с начальством и с руководством. Также сегодня один из самых неподходящих дней для смены рода деятельности. Также обращаем ваше внимание, что операции с недвижимостью лучше даже и не думать, потому что что-то не будет получаться. Далее, сегодня не отложите переезд, путешествия, поездки, командировки, потому что это все будет неблагоприятно для вас. А вот что касательно застолья, идеально подойдет для праздничного застолья, но голодать в этот день нельзя. Также сегодня можно подискутировать о жизненных принципах в семье, но вот глобально выяснять какие-то отношения не стоит. Обратите на это внимание, пожалуйста. Что же касательно зачатия, то сегодня неблагоприятный день для зачатия. Также сегодня рекомендуются умеренные физические нагрузки, а вот домашние дела лучше сегодня перенести на другой день. Также сегодня хотим обратить внимание на то, что сегодня очень удачный момент для планового медицинского обследования, начало какого-то профилактического курса, лечения. Также вы сегодня можете консультироваться со светилами медицины. В приоритет выходит здоровый образ жизни, а также сбалансированное питание и умеренные физические нагрузки. Обязательно, друзья, обратите на это особое внимание. И как мы сказали в начале видео, сегодня у нас с вами денежный день, и очень важно в этот день сказать именно эти волшебные слова. Эти слова вы можете сказать в любое время. Достаточно взять свой телефон, открыть описание к этому видео и
озвучить. Будет очень здорово, если вы это напишите еще на листочек, перепишите, проговорите, хотя бы проносите на протяжении какого-то периода, а уже в вечернее время, перед тем, как вы уже будете идти купаться, идти в душ, вы можете сжечь, а пепел развеять по ветру. Очень, друзья, простая практика, но она очень сильная. И вибрации этого дня, именно энергии, они также очень сильные и могут вам много чего подсказать и изменить в вашей жизни. Итак, слова следующие. Сейчас я сознательно и подсознательно наполняю каждую клеточку своего тела, ума, духа, сознанием процветания. Я благословляю все во Вселенной, чтобы иметь изобилие и процветание. Я даю себе разрешение, я призываю изобилие. Я даю себе разрешение и ожидаю изобилия и процветания. Я призываю изобилие и процветание с четырех концов Земли и всей Вселенной. Процветание севера, запада, юга и востока. Придите ко мне прямо сейчас. Да будет так, так оно и есть здесь и сейчас. Друзья, эти слова обязательно будут комментарии под этим видео, используйте их сегодня в своей жизни, вне зависимости от тех ситуаций, которые есть на данный момент в вашей жизни. Друзья, с вами, как всегда, был канал «Эзотерика для тебя». Обязательно подписывайтесь на наш канал, если вы еще не подписались. Обязательно ставьте лайк этому видео. Обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви, гармонии. Пусть они также знают об этой важной и ценной информации. Ну а прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два прямоугольника. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Друзья, всех вам благ, услышимся с вами уже буквально в следующем видео.